Привет! В этом видео поговорим про арбитраж криптовалют. Скорее всего, ты не слышал о данном способе гарантированного заработка, поэтому прямо сейчас покажу эту возможность и уверен, для тебя это будет приятным открытием. Смотри, арбитражная ситуация – это когда актив на одной бирже стоит, к примеру, 5800, а на другой в это же время 6100. Купив за 5800 и продав по 6100, гарантированно получаем прибыль в районе 5%. Арбитражная ситуация – это сделка со 100% вероятностью прибыли. И неважно, куда идет рынок – вверх или вниз. Чтобы не быть голословным, зайдем на всем известный сайт CoinMarketCap, который мониторит цены активов на криптобиржах. Сейчас он отслеживает более 2000 криптовалют и токенов, но мы для примера возьмем биткоин. Откроем разделы рынки и посмотрим биржи, на которых он торгуется. Выделяем пару биткоин к доллару и найдем арбитражную ситуацию. Вот самая низкая цена – $6395 на бирже BitMEX. А Bitfinex дает самую высокую цену – $6749, то есть прибыль от сделки составит более 5%. В любой момент сходи на CoinMarket и убедись. Эта возможность позволяет очень хорошо зарабатывать, потому что арбитражные ситуации в разных активах появляются каждую минуту. Но есть проблема, из-за которой ты самостоятельно совершать эти сделки не сможешь. Во-первых, нужен очень большой депозит, размещенный равными долями на топ-10, а лучше топ-20 бирж. Это устранит риск его потери из-за скама биржи и уберет необходимость перекидывать деньги с одной биржи на другую. Пока они идут, ситуация изменится, поэтому сделку нужно осуществлять мгновенно, сразу на двух биржах. Во-вторых, нужен очень большой депозит, чтобы торговать среди топ-5, а лучше топ-10 криптовалют и отлавливать большее количество арбитражных ситуаций в единицу времени. Это повысит прибыль. В-третьих, разработка и поддержание в рабочем состоянии дорогущего программного обеспечения – роботов, которые осуществляют сделки мгновенно на большом количестве бирж среди множества пар с учетом объемов. Все перечисленные факторы и другие подводные камни сводят на нет ручной арбитраж криптовалют. Мы знали о них и поэтому не занимались этим направлением. А недавно чисто случайно подвернулось решение. Знакомство с человеком, у которого уже есть роботы, штат разработчиков и команда трейдеров. В 2008 году он был сетевиком-миллионером и вложился в оборудование для добычи крипты. А с 2013-го несколько сот миллионов долларов приумножил до миллиарда в арбитраже. Поэтому попроси человека, отправившего тебе эту историю, ссылку на Telegram-бот, с помощью которого ты сможешь разобраться подробнее и зарабатывать на арбитраже криптовалют, в том числе без личных инвестиций.